В Рязанской областной клинической больнице празднуется победа фельдшера-лаборанта Елены Аверьяновой во всероссийском конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». Очень приятно получать такие новости из федерального центра. Наш фельдшер-лаборант Аверьянова Елена Викторовна победила во всероссийском конкурсе «Лучший работник со средним медицинским образованием». Это уже второй успех среди наших сотрудников и среди наших медсестер. Мы ее поздравляем от коллектива областной клинической больницы. В нашей работе повышать уровень, профессиональный уровень наших медсестер – это наша приоритетная задача. И надеюсь, что тот опыт, который она получила, участвуя в этом конкурсе, она будет транслировать, передавать молодому поколению. Итоги всероссийского конкурса были подведены в начале июля. С самого начала года Елене необходимо было пройти несколько этапов. Один из них заключался в написании работы, в которой необходимо было изложить свою биографию и суть профессиональной деятельности. Начиная с этого года у Елены появились и новые обязанности. В 2020 году, когда началась пандемия коронавирусной инфекции, у нас не было своей ПЦР-лаборатории, и диагноз, соответственно, устанавливался дольше. А в 2021 году у нас, к нашему счастью, открылась ПЦР-лаборатория, в которой я теперь работаю. Быстрее сейчас идет постановка диагноза, и врачи быстрее назначают лечение больному. Кроме этого, Елена вносит большой вклад в реабилитацию тех пациентов, которые перенесли пересадку органов в ОКБ. В 2018 году наша больница стала заниматься пересадкой органов. У нас пересаживают и печень, и почки. После трансплантации органов больной пожизненно должен принимать иммуносупрессивный препарат. Определить правильную дозировку подобных лекарств можно лишь на лабораторных исследованиях. К работе, которой Елена Аверьянова отдает много сил и времени, она относится с большой дисциплиной. И говорит, что сейчас это даже не ее победа, а всей областной клинической больницы. Вообще у меня работа хорошая работа, плюс я считаю, заслуга не только моя в этой победе. Я считаю, это мне очень многие помогали, и администрация больницы, и наши лаборатории помогали, просто обычные люди. Моя семья поддерживали меня. У нас очень хороший дружный коллектив. Вот это мне вообще помогает в моей работе, потому что мы не только в лаборатории, во всей больнице. Вообще все поддерживаем друг друга. Очень люди позитивные, вообще очень добродушные. И это вообще, я считаю, помогает не только, ну и мне помогает, и вообще в лечении больных. За каждым поставленным диагнозом стоит здоровье реального человека. Накопленным опытом Елена Аверьянова делится со студентами Рязанского медицинского колледжа. Она убеждена, что личные примеры, крепкое дружеское плечо помогут воспитать новое поколение талантливых медиков, способных противостоять любой болезни. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».